В Дагестане за неделю заметно подорожали огурцы и помидоры. Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке республики показал сезонные изменения цен на плодовощную продукцию. Так, огурцы и помидоры подорожали на 12,5% и 1,3%. Картофель и яблоки на 2,6%. В то же время снизились цены на морковь и лук репчатый. Среди остальных продуктов питания значительно подорожало масло подсолнечное, яйца и сахар. Немного изменились цены на творог и муку, молоко, рис, гречку. А вот вермишель и рыба стали дешевле.